Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире «Новости шоу-бизнеса». Наталья Могилевская рассказала про связь личной и творческой жизни, частью которой является Влад Яма. Наталья Могилевская рассказала про отношения с Владом Ямой, ее другом и партнером по танцам со звездами. Певица говорит, что всегда посвящала свои песни конкретным событиям, влюбленностям и расставаниям. Одной из таких стал взрывной хит «Я сама выбирала этот танец», а Влад Яма – героем видеоряда к песне. В начале июня 44-летняя Могилевская представила особенный арт-проект, трогательный мини-фильм, состоящий из 5 клипов и свой первый джазовый альбом. В видео вошли знаковые песни в карьере певицы: «Полюбила», «Месяц», «Отправила месседж», «Оторваться от земли», «В Киеве осень». Певица говорит, что этот проект своего рода ее публичная исповедь, ведь она всегда тщательно оберегала свою личную жизнь. К примеру, она 5 лет прожила со вторым мужем, но про отношения все узнали, только когда они уже расставались. «Практически все мои песни были посвящены конкретным событиям, влюбленностям и расставаниям. Я увлеклась танцами, появился хит «Я танцевала». А 10 лет назад, когда я выступала с Владом Ямой, мы сняли клип «Я сама выбирала этот танец». Поэтому почти все мои работы автобиографические, поскольку очень трудно отделить себя от того образа, который я сама создаю и продюсирую. Мое творчество вообще неотделимо от личной жизни, рассказала Наталья Могилевская в интервью Elle. Проект «Танцы со звездами» сыграл важнейшую роль в жизни и творчестве Могилевской. На паркет она выходила 3 раза, и 2 раза с любимым партнером, Владом Ямой, в 2006 и 2007 годах. Первый раз их пара уступила нынешнему президенту Зеленскому, который танцевал с Аленой Шаптенко, а во второй – заграничной звезде, поляку Мартину Мрочику в паре с танцовщицей Анной Пилипенко. А вот в 2017-м певица победила в шоу-конкурсе, правда, уже в паре с Игорем Кузьменко. Но без Влада Ямы и тут не обошлось, он был судьей. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.